В Югре за легитимностью выборов будут следить юристы и журналисты. Об этом говорили сегодня на очередном заседании регионального общественного штаба по организации наблюдения на выборах 2021. В частности, координаторы в онлайн-режиме обсуждали, каким территориям нужно расширить состав наблюдателей и где необходимо организовать дополнительное обучение. В каждом муниципалитете планируют организовать специальные мобильные группы. В них войдут 3 специалиста. Вместе с координаторами будут работать правоведы и представители СМИ. Юрист для того, чтобы разобраться, насколько это действительно соблюдается, не соблюдается нарушение, представитель средств массовой информации зафиксировать и рассказать об этом действительно честно и открыто, и это очень важно, ну и координатор, который, собственно говоря, отвечает в каждом муниципальном образовании за весь процесс организации наблюдения. Выборы – это будущее того, кто выбирает, и выборы – это, собственно говоря, будущее не только нашей Югры, в этом году это просто уникально, это столько нам площадок депутатов выбирать, но это будущее, собственно говоря, всей России. Напомню, в этом году в Югре более качественно подошли к вопросу профессиональной подготовки общественных наблюдателей. В общей сложности за прозрачностью голосования на 740 избирательных участках будут следить 1749 активистов. Треть из них уже прошли обучение. К слову, сегодня основным поставщиком наблюдателей является общественное объединение. Соглашение о сотрудничестве подписали 38 организаций.